A ball drop, 100 on my rock, that's my God. I say, where you finna be when your squad gone? Ребята, я в Москве, и я не ожидала, что здесь будет так тепло, потому что я сейчас иду в толстовке, в пуховике и в шарфе, и мне жарко. И я бы хотела поделиться с вами довольно грустной историей о том, как мой знакомый рассказал Кириллу о том, что я приезжаю. Просто сказал и испортил весь сюрприз. Вот вам урок на всю жизнь. А. Никогда не доверяйте людям. И Б. Не рассказывайте о своих планах и целях другим сторонним людям. Никогда. Окей. Я просто решила притянуться. А я стойко, видимо, для нее. Потом, кстати, очень много авокадо. Я в таком авокадном раю. А что он искал? Она! Доброе утро, ребята! Сегодня я хочу затронуть довольно важную тему. Это любовь к нашему телу, к себе. Я считаю, что мой первый недостаток — это мой голос, потому что иногда это бывает редко, может быть, потому что у меня аллергия весной, вот, у меня голос становится как-то мужской, то есть вот такой вот. Второй мой недостаток — это мои руки. Я похудела, наверное, на 10 килограмм, вот, и у меня похудело все, кроме рук. Обожаю. Первое — это мои щеки, потому что иногда я смотрю на фотографии, когда меня фотографируют, и я выгляжу там очень странно, и это все из-за моих щек. Следующая вещь, которая мне не нравится в своем теле, это иногда мои плечи, но я начала работать над этим. Теперь мы будем угадывать, кто что загадал насчет своих достатков. Просто у Лизы очень большие глаза, и они очень красивого цвета. Каждый раз, когда Лиза выкладывает какое-то селфи, или когда Лиза выкладывает фотографию, где видно ее глаза, я такая, вау, это так красиво. Еще Лиза сегодня, когда проснулась, она смотрела ленту в Инстаграме вот так вот, одним глазом. У нее один был закрыт, другой открыт. Просто из-за того, что у тебя очень пропорциональное тело, и все у тебя классно, я считаю, что твой второй достаток — это нос. Он очень гармонично смотрится на твоем лице. Тоже кажется, что ты своим недостатком считаешь глаза. Потому что они у тебя какие-то волчьи. Ну, как у оборотней, знаешь, такие классные. Насчет глаз, вот да, вот у Лизы тоже глаза. Вот, мне редко нравятся глаза, но Лизе мне нравятся. У тебя просто губы такие, знаешь, типа прям вот идеально, такие прям вот... как и рисуют в мультиках, знаешь? Вот так вот. Спасибо. Пожалуйста. Это видео заставило нас посмотреть на свое тело с другой стороны, поискать хорошие и плохие стороны, потому что чаще всего мы с вами задумываемся только о плохих. Мы смотрим на нас в зеркало и говорим, вот, мне не нравятся там наши ноги, наша попа, наши руки. Наша попа. И всегда нужно искать хорошие стороны в нашем теле и совершенствовать то, что вам не нравится. Так что я за бодипозитив, но в такой легкой форме. Я просто за то, чтобы любить и уважать свое тело. Так что... Real talk, I think about it. Опаздывает. Лиза, короче, такая интересная. Опоздала на 10 минут. Говорит, ну ты приди, возьми воды, блядь. Ну я ей говорю, дайте мне воду. Мне принесли Эвиан. Извините, а из-под крана не могли набрать? Ёмки. Ни на минуту еще камеру свою не отрубила. Лиза. Мурадила. Так звали моего таксиста. А следующий таксист приехал. Мураджон. Не знаю, какой лучше, Мурадила или Мураджон.
Хочешь здесь сфотографировать? Прошли 5 метров. А давай здесь фоткаю. Ой, смотри, как красиво. Встань сюда и там щелкай. Вот на всех фотках, на которых она меня фоткает, у меня лицо вот такое. Я смотрю на эти фотки и думаю, ёб твою мать, мама Квазимоду родила. Honey, on my rock, he's my god. Where you finna be when the ball drop? Honey, on my rock, that's my god. Я сижу на скамейке на Арбате, слушаю музыку и наслаждаюсь моментом. Наташа, ёб твою мать, я тебя не ожидал здесь встретить, вот эта встреча!